За 17,3 миллиона американских долларов ушел с молотка редчайший розовый бриллиант на аукционе «Кристис» в Гонконге. Это самый большой бриллиант такого цвета, когда-либо выставлявшийся на торги. Аукционный дом планировал выручить от продажи от 8 до 12 миллионов долларов. Однако окончательная цена марсианского розового, так его называют, намного превысила эту сумму. Уникальный камень в 12 карат получил свое название в 1976 году в честь отправки на Марс космического аппарата НАСА. Это круглый камень, один из самых дорогих круглых розовых бриллиантов, которые когда-либо продавались на аукционе где-либо в мире. Таким образом, в каком-то смысле, он установил рекорд. В то время как в большинстве розовых бриллиантов присутствуют фиолетовые, серые или оранжевые оттенки, в этом камне нет и следа вторичного цвета. Очень трудно получить круглые цветные бриллианты, которые демонстрируют свой цвет с такой интенсивностью. Вот почему большинство цветных бриллиантов, которые вы видите, огранены в причудливые формы. Прямоугольник, сердце, овал. Но иметь круглый бриллиант классической огранки, в котором 57 граней и который при этом такого интенсивного цвета, это большая редкость. Марсианский розовый – один из двух крупнейших в мире розовых бриллиантов круглой формы. Второй камень в 23,6 карата был подарен королеве Елизавете II в 1947 году в качестве свадебного подарка.